Усаживайтесь поудобнее, сегодня будет на что посмотреть. Неожиданный поворот, народный суд и заряд позитива по-ростовски. Меня зовут Алена Медведева, это «Подсмотрено в сети». Поехали! Сначала может показаться, что мужчина на этом видео собирается с кем-то драться, но развязка оказалась весьма мимимишной. Пользователи сети отметили, что атмосфера этого кадра напитана любовью. Сразу видно, любимчик, отметила Людмила. А Дмитрий шутит, второй кот на кассе в должности мягенького продавца. А Егора интересует одно – «Дайте адрес этого магазина», – просит он. А Евгения была лаконичной. Куклачев – начало. Ну, тут сложно отрицать мастерство, согласитесь. В Ростове, по мнению пользователей интернета, быстро объясняют, как парковаться не стоит. Однажды не там оставленный автомобиль может стать причиной гнева мусорщиков, не сумевших добраться до контейнеров. И тут общество делится на два лагеря. Одни такие методы наказания не поддерживают, другие, наоборот, за. «Машин много и припарковаться бывает негде», – пишет Анна. А Олег поспешил возразить. Сотрудников чистого города серьезно штрафуют, если они не вывезут мусор. Отсюда такая реакция. Словом, давайте быть внимательнее друг к другу, по какую бы сторону баррикад мы ни находились. Это видео от ростовчанина зарядит вас позитивом. Улыбайтесь друг другу и творите добро. Так подписали эту публикацию, размещенную на просторах интернета. Жанна поступок одобрила. «Разбивать хмурые и серые дни улыбками бесценно», – написала она. «Действительно приятно», – считает Елена, а Иван особенно порадовал. «Супер! До Сахалина заряд позитива долетел», – оставил он свой комментарий. «А я вам скажу вот что. Берите пример и дерзайте. Радуйте друг друга. Вдруг у нас получится сделать это нашей донской фишкой». На этой приятной ноте я вынуждена вас покинуть. Но ненадолго, а всего лишь до завтра. Наберитесь терпения, пока я подсматриваю нечто новое и обсуждаемое специально для вас. Пока-пока.